Золотовалютный маневр России является весьма разумным решением. Эти действия являются своеобразной подготовкой к грядущему фиаско доллара. Такое заявление сделал генеральный директор Euro-Pacific Capital Питер Шифф. Это яркая иллюстрация того, что даже западные экономисты уверены, крах долларовой системы близок, и именно Россия на данный момент готова к нему лучшим образом. За счет скупки золота и диверсификации своих активов наша страна окажется наиболее подготовленной к тому моменту, когда долларовый пузырь лопнет, и все страны, продолжающие полагаться на него как на основную резервную валюту, окажутся в глубочайшем кризисе. За первые 5 месяцев 2019 года Россия уже приобрела 78 тонн золота. Кроме того, значительно вырос процент расчетов с партнерами в национальных валютах. Так что кому-кому, а нам США точно не страшен. Ни санкциями, ни своим скорым экономическим самоподрывом, от которого, нужно признать, достанется многим.